Кафедра русского языка. Две доценши, одна курит, вторая разгадывает кроссворд. Мария Ивановна, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая, и... Курящая долго думает, потом. Ну, не может быть. В газете? Да, пиздец. Подходит. Входит зав кафедрой, профессорша. Софья Марковна, вот вы доктор наук. Полный крах всех надежд, шесть букв, вторая, и... Пиздец. Однозначно. Ну не может же быть в российской газете, пиздец. Сейчас все может быть. Входит аспирантка Машенька, юная невинная созданица. Вот молодежь все знает. Машенька, полный крах всех надежд, шесть букв, вторая, и... У нас только один вариант, пиздец. Машенька краснеет до корней волос и шепчет. Фиаско.